У нас в студии доктор Шмуэль Левит, заведующий отделением эндокринологии и диабета Beast Medical, больница Асута. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Итак, инсулиновая помпа. Это искусственная поджелудочная железа, когда приходит уже прибор на помощь человеку, у которого поджелудочная железа не справляется со своей работой. Почему не справляется со своей работой? Дело в том, что у больных с сахарным диабетом есть особые виды диабета, которые мы называем инсулинозависимые виды диабета. У них действительно нет нормального выделения инсулина поджелудочной железы. Это первый тип диабета? Это первый тип диабета в основном, но есть и второй тип диабета, который длительные годы существовал, и зачастую мы сами своим неправильным лечением способствуем истощению работы поджелудочной железы, и с течением времени человек теряет способность вырабатывать свой инсулин. В таких случаях этот второй тип инсулинозависимый становится инсулинозависимым, и он мало чем отличается от первого типа. Это тоже. Искусственная поджелудочная железа. Есть такое представление, да, вот мы когда говорим об этом, что человеку делают операцию, ставят прибор или меняют орган. На самом деле, что такое инсулиновая помпа? Искусственная поджелудочная железа – это давнишняя мечта всех эндокринологов. Вот покажите ее. Я два слова только скажу, если можно. Сегодня, век технологий, мы приблизились вплотную к искусственной поджелудочной железе. Что такое искусственная поджелудочная железа? Это железа, которая, с одной стороны, вырабатывает инсулин, с другой стороны, она чувствует сахар. То есть есть вырабатывающая часть, есть чувствительная часть, которые соединены вместе в одну, как говорят, замкнутую петлю. Сегодня инсулиновые дозаторы вплотную подошли к искусственной поджелудочной железе, и я горд тем, что я могу сообщить, что в Израиле сегодня разработана электронная поджелудочная железа, которая обладает и чувствительной, и сенсор, и эффекторной частью, которые объединены в одну петлю. Теперь она похожа на пейджер. Они все похожи на пейджер. И сегодняшняя, кстати сказать, если мы возьмем историю, в 1964 году доктор Кадиш, я так полагаю, что он наш соотечественник, в Лос-Анджелесе впервые применил помпу. Но помпа эта едва ли умещалась в станковый рюкзак. Огромный рюкзак, он был весь обмотан проводами, потому что она работала на лампах. Это был 1964 год. Сегодня мы видим вот такие вот приборчики. Это, сейчас я объясню в двух словах, что это такое. То есть перед нами сегодня на рынке в Израиле есть две основные конкурирующие фирмы. Это фирма Medtronic и фирма Geffen Medical. И через больничную кассу уже больному подбирается эта помпа? Да, есть больничные кассы, в которых практически фирма Medtronic, она зашла во все больничные кассы. Фирма Omnipod или Geffen Medical, они еще пока что борются за признание, и я уверен, что в ближайшее время... А чем хорош вот этот прибор? Я вижу, он такой... Вот чем он хорош и как она, в общем-то, устанавливается, эта помпа? Значит, этот пейджер, как вы обратили внимание, содержит в себе компьютер, экран и ампулу с инсулином. Вот она. Там имеется микронасосик, который очень точный, катетер, который невозможно перегнуть, чтобы инсулин не поступал. Это специальный, здесь масса всяких патентов. Эта часть наклеивается на кожу человека, обычно на живот, куда угодно. И иголочка, когда идет нужно поступление инсулина, да, прокалывает кожу, и инсулин поступает внутрь. Да, но только это не иголочка, это микроскопическая пластиковая трубочка. Эту штучку надо менять раз в 3-4 дня. И на экране человек видит, здесь эта помпа Medtronic, она считается одной из самых лучших. Почему? Потому что если мы подключаем еще на кожу такой жучок, этот жучок радиоволнами передает каждую секунду сахар на экран помпы. И вот мы видим... То есть человек видит, что с ним происходит. Скажите, вот доктор, а почему? Написано. Чем он лучше, чем, скажем, укол, который человек может сделать себе сам, инсулином? И я скажу в двух словах, но здесь принцип физиологии соблюден. Вот в чем дело. То есть физиология – это то, что происходит в нормальной жизни со здоровыми людьми. Когда мы делаем укол инсулина, что мы на самом деле делаем? Мы прокалываем кожу, и под кожей образуется депо, то есть склад инсулина,
И после этого только Господу Богу известно, как этот инсулин будет всасываться из этого депо. Достаточно немножко потереть, заняться спортом. И он будет всасываться быстрее, у человека падает сахар, и человек может упасть вместе с этим сахаром. А преимущество прибора в том, что он дозирует и дает столько, сколько организму нужно в данный момент. Ежесекундно он дозирует, без образования депо. Насколько надежен этот прибор? Очень надежен. Он не ломкий, он не может ошибиться. Это очень надежный прибор. И я, собственно, выезжаю пару раз. Вообще, израильские медики, и я в том числе, выезжаем пару раз в году, как минимум, проводить так называемые помповые школы. Мы проводим занятия с врачами мира. Я в основном в России. И объясняем им, что это очень надежный прибор. Мы можем его уронить, ничего не будет. Можно уронить его в воду ненадолго, тоже ничего не будет. То есть настолько вот надежная эта технология. Конечно, не рекомендуется, но можно. Будем надеяться, Шмель, что появятся такие помпы еще меньше, когда, в принципе, они будут представлять собой только микрочип. Спасибо вам большое. Ну, а сейчас мы расскажем вам о том, как правильно лечить и протезировать наши зубы.